Венгрия заявила о сдвигах в отношениях с Украиной. Новый венгерский посол провел ознакомительный визит в Закарпатской области и констатировал улучшение ситуации между странами. Посол Венгрии в Украине Иштван Идерта в ходе ознакомительного визита на Закарпатье заявил, что в начале года начались положительные сдвиги в отношениях между Венгрией и Украиной, сообщает Укринформ. «У нас сложный год позади, но в начале нового года мы хотим отметить положительные сдвиги в отношениях Украины и Венгрии. Мы со своей стороны хотим, чтобы эти положительные сдвиги превратились в позитивный процесс. У нас общие цели, очень много похожих проблем и важно, чтобы все понимали и осознавали, что в течение многовековой истории между украинцами и венграми проблем не было, и теперь их быть не должно», подчеркнул дипломат. Посол пояснил, что следствием напряженности в отношениях двух стран стало прекращение важных совместных проектов. «Мы бы хотели, чтобы тот прогресс, экономическое развитие, которое сейчас происходит в Венгрии, его последствия ощущались в Украине, поэтому в первую очередь намерены продолжить сотрудничество с Украиной в плане транспортного сообщения, дорожной инфраструктуры», сказал он и добавил, что это значительно укрепит связи между государствами. Также Идерта подчеркнул, что Венгрия готова к тому, чтобы способствовать европейской интеграции Украины. Отметим, на прошлой неделе глава МИД Украины Павел Климкин констатировал деэскалацию риторики в украинско-венгерских отношениях. Напомним, в октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.